реквизит поставить-то? Чтобы будет лучше облизать. Ну, я просто думаю, да воткнуть три штуки, я не знаю. Может, зубочистку дать? Блин, я не знаю. О! Тоже зубочистка. Вот это объем. Всем привет! Сегодня 16 марта. Вчера был мой день рождения. Это еще можно понять по моим флажочкам. И вчера я не так много говорила, нежели сколько я достаточно много снимала. А ввиду того, что я думала, что проснусь хорошим таким блогерским настроением. А нет. Проснулась я злая, расстроена, что погода плохая, дождь, снегопад, какая-то метель. А у меня день рождения. И должно быть солнце, как я считаю. Но погоду не исправишь. Зато ситуацию исправили люди, которые были рядом со мной в этот день. За что я очень благодарна. Васина шерсть тает. И мне нужно идти в ус. Я уже собираюсь. Начала краситься. И пара у меня до 6 вечера. После чего мне нужно будет зайти в магазин, купить парочку необходимых вещей для празднования в субботу. Ну, а об этом праздновании вы узнаете чуть позже. Before we learn this word again, I will work harder, which he had adopted as his personal motto. Вот такие баула. Мы заселились в квартиру. У-ху! Небольшой обзор. Здесь... О, у нас два санузла только дошло. Здесь у нас туалет, ванная, зеркало. Наша кухонька. Очень все. Телевизор, кстати. Надо было спросить, а работает ли он. Ну, пофиг. Вот. Вот тут мы будем фототься. Прекрасно. Тарелочка для салатика. Вот, вот. Еще одна. Мне кажется, все хорошо. Главное, кулинары на кухне, но тут просто нет салатика. А может, вот в этих? А, мы не смотрели? Мы везде посмотрели. Так. Вот такой вот стол у нас получился. Сима делает торт. Что было, вы узнаете потом. Вопрос номер два. Мой любимый торт детства. Офигеть, мы с тобой есть здесь варианты ответа. Ну, тут мама составляла. Я ну, ладно, есть варианты, давай. Давай. Первое. Хоровод. Второй. Торт такой есть. Второе. Надежда. Третий. Домашний. А теперь можно состав каждого? Ну, надо постараться объяснить, на что надо
домашнего. Обычные бисквитные коржи плюс сметанный крем. Обычные, а это девочки вкуснейшие. Да, да. Домашние, типа, сейчас мы все узнаем. Я сажусь. Сейчас мы будем вас поздравлять. Убирай свои пикалки. Гаджеты. Надо, сказали убирать пикалки, так что... Ладно, можешь оставить пикалку. Ой, как красиво. Ну, поставь ее куда-нибудь. Надо что... Ночные истории сейчас 3:52, и моя нога опухает, потому что вот эта кровать, этот диван, который мы раздвинули, он упал прям мне на ногу. Романтика. Вот такая вот любовь. Кого ты записываешь? Во влог. А, во влог. Может, ой, посмотрим фотки, какие завтра будут.